Доброе утро, день, вечер, ночь. Так, мы продолжаем первый Dead Space. Нам нужно зачистить от всех пердонов эту локацию. Гидропонику. Так. Идем-ка. Тут нас атмосферу отравляют. Так. Ой, ой-ой-ой. Ну. Ну. Какая ж ты тугая. Давай быстрее. О, здорово. Здрасте. Ой, сверчки, там все это самое, да? Ёб твою мать, а! Маленький ублюдок. О, здорово. Ёбаный, грёбаный, что я делаю? Вот ублюдки, а. Чё ж вас так до хрена-то? Тварь какие, а? Да не, не все еще. А, здесь такая же хиромантия. Так. Замена питающей цистерны. Ну беги! Чё там? Чё там? Где там? А. Оу, е. Шо, кто еще? Ладно, идите уже. Ой, фу-фу-фу-фу-фу. Здорово. На тебе поебальника. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ни хрена вас там валит. Дрянь ничего не дала.
Пердун, ты где? Здорово. То, что не сдохнешь никак, а? Дрень какая. Все, закончились? Мраз. Так, здесь я зачистил. Здесь я его убил. Значит, наверх. Внимание! В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Я ремонтная бригада. Успокойся. Блин, как ты медленно едешь. Ага. Как чую. А здесь что? Я не знаю, что это такое. Куда дальше? А там? Айзек, сделай нас единым. Мне, блядь, делать больше нехуй. Тихо, 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 пацаны, вы чё? Охренели, что ли, совсем? С тылов полезли, твари. Древние. Всё, тупик. Дебила это убить. Так, что у нас тут? Здорово, не, пошел мастер отсюда.
Да? Ай, ай. Пердаки взрываются. А что у нас тут? Невесомости. Да? Да вы задрали уже этим говном. Ой. Ой, привет. Ёб твою мать, а. Ну, чё, где? Ага. Нет, подожди, я чё, пришёл отсюда или чё? Я уже запутался. Ага. Не, сюда. А что это? А куда это? А? Зона гравитации. Это я понял. Внимание. О. Система фильтрации воздуха активна. Это куда это? Попал? Чрезвычайно опасно. Вот это жопа. Эй! Алло! Охрана! Слава богу! Это доктор Кросс от Гидропоники. Я ищу второго инженера Джейкоба Темпла. Нет, на инженерной палубе не знают, где он. Я в курсе, что на корабле общая тревога, потому и ищу его. Нет, у нас пока порядок, но транспортная система не работает, и мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло? Эй! Так, это я хитрый такой или как? Ой. А, о, ты такой хитрый, да? Во, пошел.
Айзек. Да, хорошо. В центре контроля атмосферы есть переключатель, который запустит кислородные фильтры. Как только воздух очистится, ты сможешь пройти на продуктовый склад. Айзек, я читаю отчеты. У экипажа у всех начались массовые галлюцинации. И я видела своего брата на мониторе наблюдения. А это невозможно. Ну то есть ты ёбнутая, у тебя кукушка поехала. Ну как можно такой дуре теперь доверять? Хэммонд плохой там, это все. Ну Айзек у нас не разговорчивый, поэтому переливать. Так, а что тут лечилка? О, хорошо. Ты ёб твою дивизию. Вот в следующих частях они сделали лучше. Теперь в одной ячейке там три, может быть, вот эти стазис емкости восстановителя. Они по отдельности. Каждый в одну ячейку. В инвентаре. Ну что, сейчас все продадим. Ничего себе. Скажу ему. Вашу мать. Здорово. Ай, ёб твою мать. Че это такое было? Ты еле бежишь, ты дебил. Какая? Тварь. Ёб твою. Алик, где ты? Помоги мне. Ага. Побежал.
Мне нужен верстак. Так, автоматик мы прокачали. Импульсная винтовка, то есть импульсная винтовка. Ну что, пошли. Вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Продуктовый склад открыт. Ну, честно говоря, это оружие конкурирует с резаком, вот из всеми доступных орудий в первой части, на то, чтобы называться лучшим оружием этой игры. Импульсная винтовка. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Я отправляюсь к рудной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейкоб. Я буду ждать тебя там. Неизвестный антиген введен в фильтрационную систему. Ну-ка, брысь. Ну-ка. Черт. Яд не подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Баба, хорош мне приказывать, слышишь? О, сиромантия. Гигантская. Зона невесомости. Так, здесь много предметиков всяких. Вон они. Нет, слишком далеко. Я бы даже сказал, тут достаточно много предметов. Ах ты, блин, надо было бежать, ну ладно. Да, мощности не хватает. Я если эту штуку вначале прокачивать, то успевал уничтожать. Ёбаный.
очень много раз на эту дрянь поразить. Резаком было неэффективно, пришлось это говно кидать. Так. Айс, отлично. Хэммонд, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. Черт, опять исчез, я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружил аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, пошлем туда сигнал идти. Бедствия. Да. Черт, не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Что тут еще есть-то? Что-то есть, вон. Лучше бы еще пару лечилок здесь было. Ничего не пропустил. А, вот и лечилочка. Я просто очень стал так интересно. Ну, это не то, что читак. Он обычно, когда ты совсем далеко, он это дерьмо пускает, лапы свои. А если вот так подойди поближе, он начинает пулять этим говном постоянно. Так его удобнее убивать. Иначе этими лапами от них, ну, законаешься бегать. Поэтому я не бегал. Тебя просто завалит. Поэтому, в принципе, импульсная винтовка здесь это, ну, рекомендуется. Можно вообще в самом начале особо на резак не налегать, а сразу все на импульсную винтовку. Особенно если вы на сложной. Можно так геймбой держать. Зона гравитации. Так, один резак у меня в основном. Тут даже внутри ничего не осталось почти, ясно. Глава 7. Ну вот мы на рудной платформе. Маяк. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Welcome to the mining deck. Yes. Это символ, это.
символ вот этих кораблей, что ли? Какой-то департамент, что-то там. Короче, унитарные потрошители, их несколько кораблей всего. Они перерабатывают свою планету. Прикольно. Задумка какая. Так, что у нас тут? Опа, Америка, Европа. Опять это дерьмо дали, да что ж такое-то? Чё, где, кто? О, чувак, не повезло тебе, да? Рудная платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. А кто ж тебя замочил? Так, подожди, переработка. Ну давай самый низ техслужбы. Опа! Еще один. Молодец. Два даже. Вот. Тварь, а. Надеюсь, это все? Что? Хлю-хлю? Все, где? Кто там сейчас меня обхрюкал? О, здорово. И это что за дрянь такая? Тихо. Ёб твою, куда стоять? Видишь ты, побежал. Ёбаный. Раздвое что ли? Точно. Ебать нахер. Дрисни с меня, дрянь, падай. Пошёл. Сосад. Дрянь такая, а. Давайте стреляйте, если хватит духу. Идиоты! Это единственный способ все остановить! Прекратить все это!
тут совсем рехнулся. Вызовите охрану. Дай мне моё. Давай, а чё ты? Ёб твою. Тихо. Опа, моё. Ой. Тихо. Спокуха. Да, это ладно. Это действительно ты. Ух ты. Кажется, прошло столько времени. Но я помогу тебе. Ну, кто знает, тот знает. Кто не знает, тот не знает. Ну, давай, пошли с тобой. Дрянь такая. Тихо. Маяк, что ты ищешь здесь рядом на складе? Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. Ну, давай. Пытаюсь оттащить. Тихо. Какой ты резвый. Мешают они. Нельзя отдать ее, убить ее тихо, ну типа убить, да. Костюм. Теперь иди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитала траекторию запуска. Если мы поторопимся, то отпихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал. Все, типа маячок. Но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Тихо. Ну что там?
ты тут затаился, гнида? Тихо. Стой ты, гость сегодня. Ну как же без вас-то, ну ё-моё. Внимание! Не снимайте защитный костюм в среде класса А. Здорово. Чмо. Так, нет, сначала мы вернемся назад чуть-чуть, а потом на второй уровень. Переработка какого-то. Ну, кровище-то. Always follow my deck procedures. Чё? Какие-то эти, блин, девизы, что ли? Вот, костюмчик. Так, а сколько? 35 штук, да вы чё там? Чё курите-то? Охренели, что ли? Ну, давай продадим одну среднюю. Игра зависла. Ну ладно. Значит, увидимся в следующей серии. Пойдем на переработку.